Центральный районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Твери, обвиняемому в покушении на убийство ребенка. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Об этой жуткой истории мы рассказывали в патрульной службе. По версии следствия, в сентябре прошлого года пьяный мужчина, находясь в квартире одного из домов Твери, не желая больше слышать плач внука своей сожительницы, взял малыша на руки, перенес на балкон и сбросил вниз с четвертого этажа. Младенец чудом выжил. С тяжелыми травмами он доставлен в больницу. В результате слаженных действий следователей Следственного комитета и сотрудников регионального ОМВД подозреваемый задержан. Установлено, что ребенка воспитывала одна мать, которая привезла его к бабушке и уехала по своим делам. В рамках расследования уголовного дела следователями Следственного комитета Российской Федерации будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению указанного преступления. Также изучаются условия проживания ребенка, состояла ли данная семья на учете в органах профилактики. В разговоре с нами обвиняемый заявил, полностью признает вину и раскаивается. Говорит, был сильно пьян и не отдавал себе отчет в том, что делает. Плачущего младенца принял за надоедливую игрушку. Вы подумали, что это игрушка или что? Да. Что это игрушка? Умереешь. И потом легли спать? Да, видимо, да. Ничего не помните? В момент совершения преступления бабушка месячного мальчика крепко спала. В тот вечер она пила вместе с сожителем. Мать ребенка принесла малыша к родственникам вечером в пятницу и, по нашим данным, ушла куда-то выпивать. Младенца спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю. Крохотное тельце в 5 часов утра обнаружили соседи. Они и вызвали полицию. Бабушка мальчика проснулась, когда сотрудники правопорядка уже были в квартире. Матери младенца дома так и не было. Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.